праздник у памятника словецким юнгам начался с поднятия Андреевского флага. Именно отсюда 75 лет назад мальчишки-добровольцы уезжали учиться в школу юнг ВМФ на Соловецких островах. Там готовили рядовой состав флота – боцманов, рулевых, электриков, мотористов, радистов, сигнальщиков. Брали в школу ребят 14-16 лет. Юнги воевали на кораблях всех флотов. Они заменяли выбывших из строя погибших или раненых моряков. Многие из них не вернулись с войны. Из Куйбышевской области через школу юнг прошли более 700 мальчишек. Среди них был и Владимир Коренченко. В школу юнг он попал в 15 лет, после того, как пытался попасть на фронт вслед за старшим братом. До сих пор она у меня в сердце. Вы знаете, у нас старшина был, он говорил так: я из вас кислую шерсть выжму. Вот он и выжил из нас кислую шерсть. Сделал из нас мужиков, отличных мужиков. Почтить память моряков на набережной собрались ветераны и действующие военные. За активную гражданскую позицию и патриотическую работу с молодежью активисты получили благодарственные письма губернатора области. Среди участников торжественного митинга есть и молодые ребята, которые вступили в ряды юнармии и готовы продолжать дело своих прадедов. 425, если быть точнее, юнармейцев уже вступило в ряды юнармии. С сентября планируется еще большое количество ребят. Юнармейцы на самом деле это наше будущее. Это те ребята, которые готовы посвятить свою жизнь защите своего отечества. После минуты молчания в памяти погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах к монументу возложили цветы. По морской традиции цветы спустили и на воду. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.